Привет, дружище. Изначально я думал, что каждый день буду публиковать обзоры каких-то Android-игрушек новых, но зачастую они бывают неинтересными, да и непонятно, новая эта игра или не новая, и ты в комментариях мне идей, скажем так, не особо подкидываешь. Я так подумал, а чё бы не разнообразить контент? Помимо битвы замков, каждый день выпускать обзоры не только мобильных игрушек, но, к примеру, и игрушек из Стима. Какие-то бесплатные, какие-то платные, инди, какие-то недоделанные, трэшовые игры. Вот это вот все. Может быть, тебе зайдет, тогда подкидывай свои идеи, на какие игрушки сделать обзоры в комментариях. Единственная проблема заключается в том, что, скажем так, за видео такой игрушки я получу где-то 50 центов, может быть, доллара, ну а игрушка зачастую стоит 5, 6, 10 баксов. Я, конечно, сейчас закину 3000 рублей где-то на Steam аккаунт, буду эти игру ли покупать, но весьма благодарен буду, если ты будешь иногда подкидывать какие-то ключи или еще что-либо, или просто свой аккаунт предоставлять. Впоследствии переделаю свою ВК-группу, чтобы тебе было удобнее мне предлагать какие-то игрухи или просто хотя бы писать идею. Вот вышла новинка в Steam, сделай на нее обзор, походу трэш какая-то игра непонятная. Ну, сегодня у нас бесплатная игрушка, так что я сильно не пострадаю, и давайте к ней будем относиться как к бесплатной игрушке, они с нас денег не дерут. Но в Стиме огромнейшее количество реально ушатанных, непонятных игр, сделанных через одно место, но при этом там просят 400 рублей, там просят 800 рублей, обзоры на такие игры тоже в скором времени будут. Так что лепи лайк, усаживайся поудобней, и мы погнали, дамы и господа. Сегодня у нас Роуч Рипер, походу как-то так это называется, про смертушку. Вот ёлки-палки, что если ты хотел бы быть смертушкой? Вот знаешь, есть такая легенда, там смерть приходит за человеком в купюшоне и с косой. Вот походу мы сегодня за такую будем, друзья, играть. А, русского языка в ней нету. Ну и хер на это. Игра вышла, если не ошибаюсь, 1 февраля в Стиме. Скажем так, у нас новиночка. Press escape to skip. Окей. Да, жалко, нету никаких русских субтитров, но извиняюсь, Controls. Shift. CV. Интересно. А mouse sensitivity. Это прикиньте, это у меня такая сенса, при том, что это стояло все дело на нуле. Ужас. А как играть? Как играть, друзья? Ну, графоний, скажем. Нет, пацаны, игра бесплатная. Давайте с этого начнем, да? Так, мы вот так вот бегаем. Слушай, смерть какая-то на самом деле недоделанная. Такое чувство, как будто это скелет какого-то маленького, не знаю, мальчика. Так, волк, понятно. Расскажите мне смысл этой игры. Зачем? Зачем я тут бегаю, убиваю? Атмосфера присутствует. Вот игра, знаешь, может быть галимой, с ущербной графикой, в ней могут быть проблемы. Но самое главное, что присутствует атмосфера. Но единственное, не присутствует, скажем так, смысла этой игры. Ну, я вот тут бегаю. Смотри, дым, туман тут. Никуда заходить не могу. О, на shift, подожди. Оп, а на shift нажимаю, я, смотри, как быстро я передвигаюсь, да? Ну и что я тут должен делать? Ну, колодец. Нет. Колодец убить не могу. Странно. Слушай, вот так вот наверх. Но мы отсюда пришли, да? Или нет? Да, видишь, лестница. Мы можем и пойти в обратную сторону. Да. Блин, сейчас бы я угорал бы, если бы за эту игру просили 400 рублей, но... Ну, как бы за бесплатно можно... Вот сделаю, наверное, отдельный плейлист бесплатных игр в Стиме. Же, нам надо, походу, как-то туда перелезть, да? Ой, тут выступы какие-то есть. Но опять же, они нам никаким образом не помогают. Да, я знаю, что там буквально несколько ребят разрабатывали эту игру. Она была разработана буквально за несколько месяцев. While jumping along a wall... О, тут можно как-то по стенкам прыгать. Сейчас мы это узнаем. Как это делать.
Видишь, я тут как-то пробежался по стенке. О! Просто, просто зажимаешь shift. А, не, пробел зажимаешь. И я побежал. И вот, вот это огонь. Так, ладно, давай. Давай без ступнижа, пошли воевать. Пошли воевать, оп. Оп. Ну, понимаете, если вы сейчас смотрите это видео, и вам кажется, что графика ущербная, ну просто потому, что как бы она ущербная, да? Ой-ой-ой-ой-ой, так, это нас покосать не может. Мне вот интересно, это такой прицел странный спереди или что? Вот, и вы думаете, графика ущербная, херово выглядит, а у меня все намного лучше? Нет, у меня вот, скажем так, она также херово выглядит. Да, смотри, у меня какие-то показательные зелененькие. О, мы в этой игре помимо коричневого и оранжевого цвета увидели синий. Press F to restore to... Окей, ну давай жму F. First ability point, open your skill. Так, наконец-то у меня как-то получилось прокачать свою обилку. И, в принципе, непонятно, что и как я могу делать. О боже, и это ультра-графика. Сука, тут такой ужасный туманка. Ух ты, елки-палки. Ага. Ну, нормально. А хилиться как там? Слушай, меня почти ушатали. Ну, пизду, как бы... Блин, если... Вот я бы сейчас так орал бы. И я бы так орал бы, если бы... Я не знаю, за это хотели бы реальные деньги. Я бы просто мега орал бы. Так, ну понятно, значит посередине у нас хпшечка. Отлично, мы получаем какой-то опыт, мы можем прокачиваться. Ничего не видно. А-а-а, хорошо, что она бесплатная. Окей. У меня появился еще один поинт. Ну и... Вот, то есть, ты понимаешь? О, у меня что-то получилось. Я что-то прокачал. Но как бы этих обилок я не чувствую. И он меня как-то коцает, сволочь такая. Смотри, получаю опыт, получаю хпшки. Это какие-то волки, я не знаю, я в каком-то подземном мире. Это знаешь, это какое-то чистилище, наверное, да? Давай, собираем эту всю хурму. Мы, я так понял, таким образом хилимся. Но посмотри, он один раз кусил, и все, и жопа! И жопа, continue last save. Окей. Еще раз жму. Ну, то есть, это что-то ужасное. Ну, хорошо, а я не понимаю. Ребята сделали просто, скажем так, чтобы... Ребята, походу, просто сделали, не знаю, просто так игру сделали. Потому что, судя по всему, раз она бесплатная, они не особо на ней хотят заработать. И непонятно, как они на ней хотят заработать. Ну, короче, непонятная вещь. Непонятная хурма, понимаете? Ну, это вроде как бы бегаешь, бьешь кого-то. Зачем бьешь, непонятно. Должен пройти уровень, в конце будет босс и... Блять, ну график, и зачем? Не, ну как бы туман это классно, да? Туман это все прикольно, это атмосферно. Но выглядит это, божечки, это так ущербно выглядит. Что ты будешь делать? Ну, хорошо, просто бегаем, да, и долбимся, непонятно. Просто бегаем и непонятно... О, вот еще, ну и что? Надо теперь И он, то есть... Он вроде как бы сильно и не подходит, да? Но при этом как-то умудряется хилить. Вот сейчас он решил вообще ко мне не подходить. Типа, что со мной связываться, придурком, да, дружище? Знаешь, скажем так, для этой рубрики я, наверное, выбрал самую печальную и неудачную игру. Да, мы красиво прыгаем. У нас там из жопы синий цвет идет. Это все классно. Мы куда-то продвигаемся дальше. Но я хотя бы хочу увидеть босса. Боже, ну как это все ущербно выглядит? Вот как-то то ли со свечением тут проблемы, то ли еще с чем-то. Но вот этот вот туман, он такой, знаешь, зернистый, такой... А-а-а, блин, аж не особо приятно смотреть. Знаете, я эту игру, даже при том, что она бесплатная, не посоветую. Слушай, на меня как... Кто-то на меня прыгает. Опа, смотри, я понял. В меня крысами пуляются.
А как мне до туда добраться? Иди ты в жопу, иди в жопу, в жопу, в жопу. Все. У меня больше не стреляют. Нажми F. Ну, жму F. Ну, так, у меня есть один поинт. Вот так вот. Все, поинты потратил. Не знаю, что у меня теперь появилось. Идем дальше. Что же мы тут увидим? Лестница. Так, я упал. И я проиграл. Ясно. Так, еще раз сюда идем. Нет, это дичь, понимаешь? На телефоне графика может быть... На телефоне, понимаешь, и сюжет, и графика, и геймплей... Ну, в такие моменты, когда играешь в такие игры, ты реально... Бля! Короче, когда играешь в игры, и там есть внутриигровые покупки... Я говорю про мобильные игрушки. И ты в такие моменты начинаешь понимать, что это в принципе... Это лучше, чем вот просто тупо бесплатная игра, сделанная на коленке. Вот. И как бы, блядь, и это какой-то ужас. Это понимаешь, это про какой-то ужас. Так, побежали по стенке. Да, ясно. Так, я понял. Тут еще у нас, видишь, тут еще у нас и супер паркур. Паркур. Блять. Давай. Ну, была бы она еще, знаешь, с юмором какая-то ржачная, так получается. Знаешь, хурма-хурмой. Так, здесь падаем. А как мне до туда допрыгнуть? Да в пизду, короче, эту игру, ребятки. Кому понравилось видео, лепите лайк. Ну, я понимаю, что вам игра не понравилась, видео вам не понравилось. Но если хотите, чтобы вот такие видосики выпускал иногда, просто, пацаны, фигачьте, пишите ваши идеи, предложения. Я открыт для всего. Ну, а на этом все. Просто меня не хватило дальше. Всем пока. Ну, это игра залупа из-под коня.